Губернатор Омской области и советник президента по развитию интернета подписали соглашение о продвижении информационно-коммуникационных технологий в регионе. В рамках документа предполагается развивать высокотехнологичное производство и вводить новые направления обучения в вузах. Кроме того, в Омске будет построена школа, в которой будут преподавать автоматизацию и робототехнику. Это одно из главных событий стартовавшего в Омске IT-форума. На нем чиновники и эксперты обсуждали, как встраивать умные технологии в сельское хозяйство, промышленность и бизнес. Но ключевой темой было образование от детского сада до вуза. Такие форумы, где сегодня участвуют и взрослые, и дети, они, безусловно, дают то новое направление, о котором мы сегодня говорим, чтобы начинать сегодня ребенка встраивать и правильно уметь мыслить и развиваться, надо начинать уже с детского сада, школа и последовательно до предприятия. Вот эта задача сегодня номер один, по-моему, всех ветвей власти, которые сегодня заинтересованы в развитии нашего общества. Впрочем, больше внимания привлекли соревнования по робототехнике среди детей. В них участвовали около 150 команд, более 300 человек из Свердловской, Новосибирской, Иркутской и Омской областей. Победитель фестиваля получит путевку в столицу на всероссийские соревнования. За приз поборолись даже дошколята. Они собирают роботов из обычного конструктора Лего, программируют и управляют ими с помощью обычного смартфона. К слову, в форуме принимали участие и вузы. Мы расскажем, по каким направлениям мы осуществляем подготовку, что лишний раз будет возможность у детей посмотреть, познакомиться, задать вопросы педагогам, которые, собственно, являются руководителями этой выставки. Вот, и думаем, что поможет сделать кому-то выбор, правильный выбор.